17-й признак. Распространение вина и наркотиков. Убада ибн ас-Самит рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Некоторые люди из моей общины будут считать опьяняющие напитки разрешенными и придумывать для них другие названия». Близко не подходите, фаштанибу, держитесь подальше от мест, где азартные игры, где гадания, колдуны, и где у тебя спиртные напитки. Нет у тебя оправдания. Аллах сказал, держись подальше, держись подальше. Сказать, сидеть с ними, я не пиваю, я ни при чем. Ты участвуешь, ты соучастник этого. Очень много есть братьев, которые говорят, отец делает, что мне делать? Я ничего не могу сделать, он мне не слушает. Скажи мне, свадьба не нужна. Вообще на эту свадьбу, если ты не придешь, жених не придет. Свадьбы же не будет. Как будет свадьба без жениха? Скажи, я не иду, хоть убей меня, не пойду я на эту свадьбу. Мне не нужна такая жена, которая первый же день начала с харама. Именно так поступают в наши дни многие люди, которые оправдывают употребление опьяняющих напитков тем, что в Коране якобы запрещено только употребление вина. Они пьют водку, ликер, шампанское и другие напитки, но только не вино. Некоторые нечестивцы даже называют водку лекарством. Неважно, себя чувствовал, ну, после хлопнул принятия водки, улучшилось пищеварение, продезинфицировался. Господи, как же извращены их умы. 18-й признак. Украшение мечетей и свитков Корана. Анас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час не настанет до тех пор, пока люди не начнут хвалиться друг перед другом мечетями». Абу Дарда рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы станете украшать мечети и разукрашивать коранические свитки, то вас постигнет гибель». Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне не было велено возводить высокие мечети и инкрустировать их гипсом». Анас сказал: «Люди будут хвастаться мечетями и будут редко посещать их, а хвастаться они будут сделанными в мечетях украшениями». Ибн Аббас сказал: «Вы будете украшать мечети, как это делают иудеи и христиане». Когда Умар приводил в порядок мечеть пророка в Медине, он велел: «Защити людей от дождя, но избегай красных и желтых цветов, дабы не искушать людей». Аль-Мунави писал: «Шариат предостерегает от украшения мечетей и разукрашивания коранических свитков, потому что красивые узоры занимают человеческие сердца, мешают сосредоточиться, отвлекают от размышления и не позволяют человеку ощущать себя перед Всевышним Аллахом». Богословы шафиитского толка считают, что украшать мечети и даже Каабу золотом и серебром строго запрещено, а другие украшения нежелательно. Аль-Махди сказал: «Что касается разукрашивания заповедной мечети в Мекке и мечети пророка в Медине, то это было сделано без согласия мусульманских богословов. А если они промолчали, то их молчание не означает согласия с этим поступком. Мечети были разукрашены несправедливыми правителями, которые не стали испрашивать разрешения у праведных богословов».